Всем привет! Вы на канале Польза.ком, и сегодня я расскажу вам о самой странной, по моему мнению, новинке этого года в сегменте носимых гаджетов от фирмы Xiaomi, купленной мной совсем недавно. Пока я его распаковываю, маленький экскурс в историю. Не прошло и полгода, как Xiaomi выпустили Mi Band 3, и вот в ноябре, как вы видите, мы уже можем купить их новый браслет Hey Plus, который можно считать, если не Mi Band 4, то как минимум дополнением к серии умных гаджетов, выпущенной их суббрендом фирмы Midja. Когда я впервые прочитал новость о выпуске этой модели, я был уверен, что это очередная утка, а теперь этот браслет у меня на руках. Ну и начнем. 30 фактов о новом фитнес-браслете Hey Plus от фирмы Xiaomi, и параллельно я расскажу вам, как его настроить, а на данный момент это совсем непросто. Фитнес-браслет довольно просто купить, продавцов, которые готовы наживаться на перекупке данного гаджета, сейчас море. Дело в том, что его стоимость на рынках Китая должна быть в районе $34 США, а на Ali его продают аж по 58. Вот и считайте. Я его купил в районе 3500 рублей. Кстати, кто не подписался, подпишитесь. Этот браслет я вышлю 5 декабря. Тому, кто точнее всего угадает его стоимость, ваше предложение кидайте мне в личку в ВК и в Фейсбуке. И дополнительно с вас репост этого видео в Фейсбуке или ВК. Вполне логично, вы при этом должны быть на меня подписаны и находиться в моей группе в ВК или Фейсбуке. Так вот, стоимость у него на данный момент по моим меркам аховая. Добавьте 500 рублей, можно купить умные часы с GPS MS Fit Beep. Посылка из Поднебесной приходит довольно быстро, а сама коробка браслета очень напоминает упаковку Mi Band 3. И даже почта России не смогла ее помять. Для подарка сгодится. Браслет приходит заряженным, и на его экране красуется QR-код, по которому вы можете скачать программу Hey Plus. Понятно, что на телефоне должен быть активен голубой зуб. Когда вы в нее зайдете, вам сделают предложение, от которого у вас волосы встанут дыбом, а именно зарегистрироваться. И не абы как, а с мобильного китайского номера. В этот момент вы судорожно кинетесь читать 4 PDA и искать решение в интернете. На данный момент, на момент создания ролика, решение было всего 2. Либо искать в Вичате первого попавшегося китайца и просить его для вас зарегистрироваться, либо писать продавцу. Чаще всего продавец еще в описании к товару указывает, что после получения посылки он создаст для вас аккаунт от своего имени и скинет вам и логин, и пароль. Я написал продавцу, и где-то через 8 часов он скинул мне пароль, после чего я смог войти в эту волшебную программу, которая в свою очередь, после того как по голубому зубу нашла мой браслет, активировала его и обновила. И сейчас мы начнем подходить к главному, и не к тому, что все и браслет, и программа на китайском, а глобальная версия обещает появиться не раньше 15 ноября, а к тому, что этот довольно маленький по моим меркам дисплей в 0,95 дюйма просто фантасмагоричен. Экран AMOLED. Каждый раз, когда на него смотрю, не верю, что в гаджете за такие деньги такой экран. И внешне все его заставки выглядят как в рекламе и даже лучше. Ярко и красочно. Сразу маленький танец с бубном. Чтобы получить адекватное время на браслете, в настройках телефона вы должны отключить обновление времени от сети, выставить любой китайский город, войти в Hey Plus, и после нового подключения браслет выставит то время, которое показывает ваш телефон. Далее не забудьте его обновить, если не обновили в самом начале при подключении, как я сказал. Возможно, когда вы его купите, он будет уже на русском или английском языке, или все еще на китайском, но возможно при обновлении станет на русском. По габаритам этот красавец слегка меньше Mi Band 3, и в отличие от него сенсор у него работает только вверх и вниз, плюс у него активная кнопка. Очень напоминает Mi Band 2. Экран слегка утоплен в капсулу, и чем больше я им пользуюсь, тем больше мне это нравится. Ремешок и застежка — копия второго Mi Band. Не дать не взять, удобство во плоти. Спать, кстати, в нем мега удобно. Зарядка вида платформа. Капсула браслета достаточно, но не слишком легко вынимается из ремешка и ставится на платформу. По заявлениям производителя, этот малыш может работать до 16 дней на одном заряде. Разблокируется он нажатием и свайпом вверх. Меню, как вы знаете, можно менять в программе, начиная от расположения иконок и заканчивая их наличием. В стандартной версии вначале идет виртуальный кошелек, что нам не грозит, ведь модуль NFC не будет работать в России. Хотя небольшая надежда есть, и для него есть свое применение, о чем я скажу дальше. Соответственно, и карты для метрополитена, если вы живете в Китае, грузятся именно туда. Дальше идет мониторинг физической активности. При активности браслет напоминает, что GPS в нем нет, и для отслеживания пути необходимо брать с собой телефон. В иконке активности — время, количество шагов и пульс. В следующем меню идет кнопка замера пульса. Мне показалось, что пульс он считает очень точно, после того, как я сравнил его показания с тонометром. Расхождение минимально.
нормально. Далее иконка Мир. На этом стоит остановиться подробнее, если у вас есть предметы умного дома от фирмы Xiaomi. Вы с легкостью можете загрузить на браслет необходимые сценарии и управлять ими через Bluetooth. Логично, что для этого браслет должен быть подключен к телефону, в котором есть интернет, либо к какому-то роутеру. Кратко, владельцы гаджетов Mi Home, ликуйте. Единственное, и к этому мы уже привыкли, чтобы программа Mi Home нашла браслет, необходимо поменять в настройках программы локацию на материковый Китай. Да и кроме количества шагов, в Mi Home вы никакой информации по браслету не дойдете. После значка Mi идет значок погоды, который на данный момент для вас бесполезен. Нам ведь не интересна погода в Китае. Дальше знак общей активности. В нем отображается суммарная информация по количеству шагов, среднему пульсу и расстоянию. Далее идут настройки. В них первая информация об устройству, потом настройки яркости дисплея, далее кнопка перезагрузки и последняя кнопка выключения и отключения от всего. Нажмете, браслет перейдет в состояние поиска телефона с изображением QR-кода на экране. Далее управление установленными в программе будильниками и в конце бесполезная для вас иконка Alipay. Понятно, что работает только в Китае. Теперь легкий экскурс в программу Hey Plus. Здесь не так много информации, как в Mi Fit, однако все на китайском. Как только вы в нее зайдете, она сразу начнет выгружать информацию с вашего браслета, после чего вам будет выведена на главный экран информация по вашим шагам. Под ними будет ваша цель. У меня стоит 10 тысяч шагов. Внизу 9 иконок. Данные по картам для проезда на транспорте доступны только в Китае. Дальше данные по банковским картам и картам доступа в метро Китая и чипам к электронным дверям. Следующее — это вид рабочего стола, их экран приветствия. Всего пока 6 штатных, можно догружать. Далее подсчет и аналитика пульса, движения и сна. Следующее — данные по спорту. После них идут напоминания с установкой звонков, сообщений и какие именно напоминания от каких программ вы будете получать и в какое время. Пока только цифры и китайские. То есть, если вам что-то приходит, вы видите номер телефона и что конкретно пришло. СМС или, допустим, звонок. Но имени вы не видите. После — настройка и установка будильников. За ними настройка погоды. В конце — обратная связь с производителем. Если тапнуть на настройки самого гаджета в правом верхнем углу, на самом верху ставим напоминание о бездействии. Засиделись — браслет напомнит. Под ним напоминание о цели шагов. Вы ее достигли — ваш браслет вас похвалит. Ниже — активация экрана поворотом запястья. Выбираете время, в которое браслет будет активироваться таким образом. Три варианта, как всегда: постоянно, по времени или отключать полностью. Ниже — функция сдвинуть вверх для разблокировки. Можно ее включить или выключить. Далее идет, каким образом ваш браслет будет подсчитывать ваш пульс. Он может проверять ваш пульс каждые 5, 10, 30 или 60 минут, как вы решите. Под ним — наш режим не беспокоит. Либо постоянно, либо в указанное время гаджет не будет вас беспокоить, особенно актуально ночью и на совещаниях. Так называемый fly mode, но для браслета. Следующая — сортировка приложений. Располагайте на браслете, что вам нужно, как вам это нужно. И иконки будут в необходимой для вас последовательности. Очередная — установка пакета карты. Далее — включение-выключение вибрации. Следующее — это руководство по эксплуатации. Ниже — информация об устройстве. Под ней — версия прошивки. Последним идет MAC-адрес, а в конце — серийный номер. Самая последняя кнопка — это отвязывание браслета от телефона. Нажимаете, и браслет будет дезактивирован. Из стандартных характеристик: емкость батареи 180 мАч на 18 дней. Заряжается он около 2 часов. Защита от воды IP68. Плавать в бассейне с ним можно, но не нырять. И нельзя плавать в море. Вес около 20 грамм. Экран AMOLED. И он, напоминаю еще раз, фантастичен. Сообщение он пока не выводит. Просто пишет номер и указывает, что сообщение пришло. При звонке вибрирует и показывает номер. На момент создания ролика английской и русской программы и прошивки не было. По отзывам и моим первым наблюдениям, спать в нем удобно. Застежка не слетает. Выглядит нереально эффектно. Экран, еще раз напоминаю, утоплен. И, соответственно, его сложно поцарапать. Платформа под зарядку мне нравится. Ремешок гипоаллергенный. И выглядит эта штука классно. Как на взрослых, так и на детях. И еще раз, для настройки три действия. Первое — скачать QR-код программу Hey Plus. Второе — попросить продавца логин и пароль. И третье — отключить обновление времени через сим-карту и поставить Пекин как родной город, выставить при этом еще московское время вручную на самом телефоне. Настроить по моей инструкции и ждать глобальной версии на английском языке, либо уже на русском. Напоминаю про конкурс, чтобы получить браслет 5 декабря, если вы забыли условия к видео, как и ссылка на его покупку. Помимо этого, на канале всегда идет конкурс. 15 и 30 числа разыгрывается
Mi Band 3 и Ana Band 4 Run Edition за подписку, лайк, коммент и колокольчик. Подписывайтесь, здесь обзоры минимум раз в неделю, а чаще 3. Пишите, отвечу всем. Следующий ролик будет на Bluetooth колонку T6. Может быть еще раз на этот браслет, если в нем что-то поменяется. Или про витамины. Не знаю, пока еще не определился, на все готов текст, на все готова какая-то нарезка, но посмотрим, пишите, что вам интересно. Спасибо за просмотр и удачи вам, дорогие друзья!